на траурном марше в Москве, посвященном памяти Бориса Немцова, задержан активный участник событий в Одессе 2 мая. А ныне депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Эти данные уже подтвердили в столичном МВД. Причины задержания в ведомстве пока не уточнили, но сообщили, что задержанный будет передан сотрудникам Следственного комитета. Но в социальных сетях уже появились фотографии Гончаренко из отделения милиции. Напомню, он получил широкую известность в связи с тем, что он выкладывал в сеть фотографии убитых и сожженных людей в день трагических событий в Доме профсоюзов. О задержании Гончаренко также написал глава благотворительного фонда «Белая книга» Константин Долгов. На своей странице в Фейсбуке он написал, что позвонил представителю Следственного комитета России с требованием задержать Алексея Гончаренко, которого он считает виновным в одесской трагедии.